взрослые гуляют там. Графскими погуляли, сейчас мусор заберу. Так, пойду там калитку закроешь, мы не убежим. Молодцы, красавцы. Молодцы. Тихо, не прыгай. Молодцы. Ой, поправь. Да, да, да. Все. Все, пойдем. Вечер. Так, куда вы пошли? Муса, Багира. Муска. Вот этот полчелок сразу на меня. Голос слышит, забывает. Так. Я видео недавно смотрел. Все, не кушают нихрена. Я видео недавно смотрел. Они кушали булю. Последний раз ели когда. Я заговорил на видео, и волчонок оторвался от птички. И это сейчас так же повелся. Пойдем, пойдем, пойдем. Идите гуляйте, колобок. А яблик, идите. А вы что не доели? Все вы это. Кушать. А, уже съели? Пиздец, кишкоблуды. В белую полосочку. Так, пойду к волкам, иначе там кошки не дай бог будут. Пойду погляжу. Все, кайфуйте. Ой. Так, у нас еще одного мальчика забронировали. Знаете, какую? Этого шоколадного от Багира и Муса. Остался от Багира и Муса один, два черных кобеля. Одного себе пока предоставлю. Один остается мальчик на продажу. Вот. А этого вчера забронировали Питер. Вот. Сказали, нам нужен как Муска. Блин, Что ж из него выйдет? Интересное что-то выйдет из Халчонка. Потому что я сейчас обратил внимание, у Халка того тоже глазки чуть такие выпукленькие были. Посмотрим, они меняются. Я смотрел, 2 месяца одни, в 3 месяца вообще другие. Вот, с 5 месяцев начали наливаться они. Так, пусть гуляют. Ищет поиск. Ты что? Кошек. А Симбу я не видел с утра. И Снежку не видел, только Бамби. В общем, пусть гуляют, я здесь. Вот отсюда хороший обзор. Ну, по кайфу здесь гулять с собаком. Многие боятся здесь ходить. А я как у себя дома вообще не буду. Вот тут видно все равно, да. Что творится, блин. Так, Эльдар, они через дней 5 придут. Плиту эту делать. Крутяк будет. А, так, Чива. Колеса. Привет, дуринда моя. О, вы что, палки мне носите? Я не понял. Ой-ой-ой, стой. А так, соседа уже дом можно построить, я настолько накидал всю. Так мы не договариваем. Малявки мои сладкие, когда посмотрел. Ой, смотрите, как радуется моя девочка со шрамом. Моя куколка. Это камера долбана, одной рукой вечно гладишь нас. Я выключаю и нормально буду гладить. Он не дерется, а избегает. Видишь? Вот другие уже бы могли.
Газовала, газовала, он ноль на реакции. Это музыка, потому что орать. Да. Так, что у нас? Волгодный край. Смотрите, какая. Ой, ой. Бульдоженька. Ой, ой, ой. А я в реку на колобок. Ой-ой-ой, сейчас. Как вас? Давайте, Валер. Куда вы? Куда вы все пошли? Да не туда идите. Да не туда, дурочка. Идите вот там. Опа. Более-менее. Смотри, на его рожи. Не дают они. И ты, малявка моя сладкая. Сейчас моя умненькая будешь, да? Где? Так. Так, что я хотел? А, закрыть волку. А, колобок там бегает с холчонком. Да. Догонялки. Так, а я в реку на колобок. Как этих кровопийц остановить? Загнать волку. Пойдемте, пойдемте. Пипец, нам. Пойдем, Валер, пойдем, быстрее, быстрее. Ага, хрен пойдешь, да? Луна в шоке. И как меня не закрыть? Так. А яврик, луна. Щит взять. Вот так. Им все равно. Да стойте, ящик, для чего же, чтобы вы боялись. А я в реку на колобок. Давай, колобок, иди. Иди, иди, иди. Колобок, иди. Давай, вали. Иди. Стали. Одного загнали, этих не успели. Так ну, по барабану еще. Все равно удержал хоть одного загнали. Луна ругает. Но не обижает. Луна, давай, Валер. Воспитал щенков, чтобы прошло. Хорош. Луна, сейчас. Луна, иди сюда. Луна, давай, Валер. Луна, Луна. Луна. Идите все на Луна, им все равно. Лунка, давай, Валер, Луна. Луна! Лунка, иди сюда. Иди. Пойдем, 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 Валер. Валер, Валер, Валер. Луна, Лун. Бег, бег. Вот так, умнички. Умнички. Умнички, я тебя уши не буду купировать. Будешь красивая. Ехал, что? О, там поросенок мой. А что у тебя ухо это не стоит? То стоит, а это... Не, он на холчонка тоже похож. Не, серьезно говорю. И туда, и сюда. Ну подожди. 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 Возьми бархатный такой, бархатный такой. Вот, молодец. Так, надо шла. А, сейчас, сейчас. Шланг открыть. Волки рассыпали корм. Старый какой-то, наверное, уже не свежий. Молодцы. Че? Идите быстрее. Все. Отлично. Вот она беленькая. Че, беленькая? А, сейчас, секунду, у меня тут этот момент. Вот, короче, это... Газует. Сейчас покажу тебе. Халк газует уже, газует. Кадры. Короче, эти закаляются минут.
25, наверное, он купался. 25, блин. Вроде не так. Тиара! Да. Спак, отряхнись. Ну? Не хочешь? Ну ладно. Это плохо, помню, записал. Так, все. Всех выгуляли, за щенками убрал, накормил, пусть отдыхает. Видно, да, что купали собаки. Все озеро грязное, пипец, тут глина или что. Ужас. Болото. Не, ну тут кайф, конечно, ребят. Сейчас я, наверное, начну столик делать, собаку да отпускать. Пусть гуляют, кайфуют. Хотя мне щенков надо на продажу выставить. Ай-яй-яй. Короче, у меня захотелось поработать. Мне, короче, буду все кирпичи сейчас вытаскивать, камни. Тут их полно. Так, волки что-то нашли, а Яврик скулит. А Яврик, успокойся. Кого-то они там нашли. Кошек, наверное, кого еще. А Яврик, нельзя. А Яврик, успокойся. Сейчас домой пойдешь. Гуляйте спокойно. Чего вы гоняете их? Я даже их не видел, честно. Так, сейчас домой пойду. А Яврик, иди сюда. А Яврик. Наверное, Симба или Снежка меня услышали, хотели прийти. А Яврик, сюда иди. Сюда иди. Быстро сюда иди. Я убираю там такие, кстати, где они занимались. Плоские камни такие острые были. Может, еще из-за этого. Как ты быстро палишься, а? Молодцы. Так, надо ее закрывать. Тихо. Тихо. Я говорю, получи, да? Получи ты. Что, не больно? Не больно? Ладно, все, не мешайте мне. Жарко, вы ходите, еще идите купайтесь. Вот здесь вот прошелся. Еще там. Уже пить воду не дают осы, смотрите. Сейчас пила она. На меня что-то это. Сейчас мы ее долбанем. Будет красота, смотрите. Давай, давай, что ты, давай. Давай, малышка, давай, давай. Газ в пол. Смотрите, они откуда воду пьют, а? Деловые. А, выйди отсюда. Выйди, сказал. Твою. Все. Бейсбольная ракеточка. Вот. Все, похоронили. И уже 5 ос здесь опять хотят сделать лов. На побрызгать что-то купить. Завтра машину заберу, пойду куплю что-нибудь. Бывают вот такие, бывают вот такие. Пипец, поднять проблема. Выкапываю. Закапывал трактор, я выкапываю, короче. Хотел чуть-чуть, а начал вон, вот арматура. Ужас. Нельзя теперь. Уже запарался вытаскивать. Чтоб не поднимать, я так придумал. Снова не получается, взял веревку. Подумайте, почему соскальзывает. Вот, ребят, ребят, ради вас. Веревка не получается. Судорог. Короче, силы пришли, пока я крутил его, крутил, хотел веревкой загрузить. Короче, потом тащить. Потом силы пришли уже, поигрались руки.
и пойдем. Так, папа приехал. Эту надо снимать каждую. Чё ты говоришь? Машинку. Папа говорит, ты общий снимаешь, не видно всю красоту. А когда, говорит, приглядишься... Когда я подхожу, они такие красивые. Ну, надо снимать одиночно. У каждого своя прелесть. В общем, папа блогер. На, снимай. Каждый по-своему. Да? Это с той камеры надо, а это широкий берег. А здесь, видишь, невозможно. А близко делаешь, он замыливает. Да, невозможно. Во-первых, надо, чтобы... Ну еще ты позевай, а ну-ка, давай, кто будет еще, вот. Они спали. Зря мы их будем, пусть они уже чистотно. Вот как бороться надо. Народом, спасибо, мальчик. Вот так, надо без решетки, надо рядом снимать, так красиво будет. Аба, они ж бегают, прыгают. Голова тянет туда почему. Ну, к земле. Ребят, тут, в общем, не каждый проходит. Я тут на одной ноге вот... Ну, сейчас уже не буду, ладно, на камеру, чтобы у вас симпатно. На одной ноге проседаю, мне вообще все равно на эту высоту. Один человек. Пойдем, покажу, что делать. Я запарился уже. Папа говорит, ты что в такую жару делаешь? Я весь потный. Я всю жару. Надо сидеть. Да не, захотелось что-то. Там нормально, прохладненько. Если спустишься. Тут у меня испытание. Тут надо быть спортивным. У меня Кера обязательно должна облизать, дотронуться. Сейчас папу будем ловить. Па, сейчас побежишь, смотри, по-любому. Не? Ого. Знаешь, а, ну у меня тапки. Знаешь, еще. Что Андроник сказал? А. Вчера лежим, говорит, бабук, почему ты такой старенький? Я говорю, какой же я старый? Я говорю, что молодой, мальчик. Да, молодой. Ты, говорит, прыгать не можешь, наклониться не можешь. Вот, загрузил один сейчас. Знаешь, какой тяжелый? Еле оторвал его от земли. Откуда ты их вытаскиваешь с земли? Да, это помнишь тогда еще, когда я заспал, только приехал, вот этот всякий хлам же мне привезли. И теперь он... Вот разровняли, видишь, он понад земля уже столько убрал, везде дырки. Кирпичи, мирпи, убираю, чтобы порядок был. Чтоб заросло красиво, чтобы и собаки не бились. То они прыгают, падают, об камни могут. Кто там спал? Тихо, ты мокрый, все, малыш. Он залягу, охотник за лягушками, целый день там, целый день вообще не вылазит. Все. Все, сейчас. Сейчас тебя ударит. Да, он тебя сейчас выгонит, испачкает. Пусть отдыхай. Молодец, Петюшка. Дай, Пать, принеси мне. Блин, он даже забыл в туалет сходить, принеси за лягушками мне. Лазить молодец, целый день. Молодец, дай мне. Он радуется. Дай. Он не играет. А если сейчас ты ему скажи, давай играть, типа. Давай, я брошу, поиграй. Давай поиграем. Да, они старые, наверное, детки. Молодец. Спак, оставь. Давай. Тихо, стоп. Стой. Сволочи, две эти, молодец. Две эти прицепились, пили. Мухи такие. Да, так, ладно, я тогда поехал. Я говорю, книжки не читаю, зато папа мои книжки вам взял читать. Он любит читать, я в него не пошел. Так, мясо поехал, купил. Папа приехал, хорошо повезло, а то сухой корм в жару щенкам не вычет. Слушайте, резко вспомнил, Симбы нету. Он вчера вечером был. В комнату даже заходил, говорю, Симба, выходи. На ночь я дверь открываю, котыгу. И вот с утра я Симбу не вижу и Снежку не вижу. Снежка тоже вчера вроде появилась, но Симба точно после волков же это сам. Целый день его нету. Это странно, потому что он должен был хотя бы с утра быть. Неужели там волки его загоняли? Неужели он там... Там что-то был момент, кстати, а явры же там скуль... А ну пойду я туда схожу сейчас. Че вы, побегали, покупались? Красавцы. Не знаю, мало.
Симбу не видели там. Муса, что за тип? Он сейчас с окна выпрыгнул, где я шторы открыл, чтоб через графа не идти. Пипец. Пипец, они быстро едят. Я прям с запасом поставил. Прям в запасе. Смотрите, что хочу, он идет. Сразу по центру хава. Пиздец. Офигеть, они у меня кишкоблуды. Слушайте, ну, бомба. Мясо, конечно. Яйцо домашнее, мясо, кальций. Бифидум этот, короче. Вот это да, я понимаю. Поели, да? Кайф. Это даже быстрее съел. А, ну я им быстрее впервые дал. Говорят, еще добавки дай. Не, хватит. Нормальная порция была, прям очень. Слушайте, может, Симбу зашугали, он где-то спрятался и ждет меня. Я так и не пошел, потому что она готовилась на плите. Думаю, сейчас пойду. Так, поели? Поели, завижу. Так, тут что? Не, хорошо, поеду, молодцы. Короче, машина еще кое-что выяснилось. Теперь еще ждать 2 дня. Блин, тут осы, а я тут хожу. Прям над головой здесь низко. Опять, представляете, машину что-то нашли, опять что-то. Да что ж ты будешь делать, а? Блин, ну не серьезно тоже. Постоянно что-то Уже сегодня должны были собрать и отдать завтра машину. Сейчас еще что-то выяснится. Это уже 3-й раз. Пиздец, блин. Что за... Сказал, давайте это последний раз, потому что это уже все. Не годится так постоянно. Ой, блин, да. Что, надо прежде чем волков относиться, Симбу поискать, соснишь. Это уже плохо есть, значит, рожать будет сегодня ночью. Мысенка. Коробку тебе сегодня найти. Симба! Вот здесь Яврик ходил, подскуливал, значит, он их видел кого-то. Симба! Тут пиздец, конечно. Ну, если бы что-то было, я бы как минимум бы услышал. Доске пипец. Положили, вся уже треснула. Пиздец. Вся сдохла доска уже. Ну правильно, это ж моя доска. Не чья-то. Никому нету дела. Сказали, накроем, приедем через 2-3 дня и так и забыли. Странно, здесь Симба, конечно, он так долго не уходил. Тем более последнее время. Волков надо отпускать, я не знаю, что делать. Он просится. Чуть-чуть работаю, он весь в поту. Сейчас граф на дыбе встал. Надо, Сейчас Муса довольный, смотрите, вообще ноль реакции, а граф подошел и так, вот видите, он ушел в сторону. Он хочет дружить, но и... Ну, кобели одним словом, пиздец. Но сейчас Муса хотел дружить, а граф не... Ну, короче, они все, враги стали. Это должно быть чуть больше времени пройти, или нет, или да. Тимми, Валер. Распугали всех котов. Волки ночью гуляли. Симба просто ушел. Ну вот утром, может быть, когда я их отпустил. А так нет. Волки закрыты были. Так, щенков отпускаю. Пусть погоняют. Погонять хотите? Ну, идите гонять.
Так, там на двери закрыть. Смотрите, волки не вышли, но хотя там открыто. Да. Так, ладно. Выгуливаем банду, мало. Что ты хочешь постоянно? Ну что ты хочешь? Ты почеловать хочешь? Ой, ты-то такая же. Ты вы два, да. Хоть они и похожи с ним, но... Так, надо закрыть. Но кобель, он более благородный. У него такой взгляд. А Зучка такая хитренькая. Так, все, пусть... Луна, ты идешь, нет? Луна, иди сюда. Пойдем гулять. Давай, Луна. Хорошо, здесь не выпрыгивают мало. Луна, иди сюда. Луна, не, Луна, сюда иди. Луна, иди сюда. Вот дура. Давай. Иди сюда, давай. Луна. Луна, иди. Луна. Иди гуляй. Иди гуляй, бегу. А я вроде как всегда охотится, он меня задолбал. Знает, что нельзя. Опять он свое любит. А вот он. А что он ест? Фу, траву ест. Я думал, может, кошку ест, думал. Пиздец, уже галлюцинация. Так, ну ладно. Мне кажется, они со Снежкой где-то тусят. Ну странно. Или из-за того, что Бамбис рожать вот-вот, они это чувствуют. Вы дали одной побыть. Хрен поймешь одним словом. Ой, какой кайф здесь, ребята, вы не представляете. Вот сейчас сяду. Ну хоть, знаете, чуть с пользой день провел. Хоть это камушки там поубирал всякие. Уже получше, потом... Еще потихоньку. Конечно, обидно то, что там глинка. Это земля глинистая, которую вот мы завезли. Ну, землю тут копали, тут глинистая. Сверху-то была хорошая, но мы вот глинку эту завезли. Она сейчас рассыпается сверху, когда солнце, ветер, дождь крошится, но все равно неплодородная. И такая она, ну, плохая почва получается. Чуть дождик, она там... Просто кусками на тебя все прилипает. Конечно, по-хорошему снять слой надо было, нормального грунта засыпать. Похрен. Как есть. Вот он тебе нравится. Вытягивается, то полнеет. Он раз. Блин, ну он и на Халка похож, и на граф. Посмотрим. Ты что такое? А, Снежка, ты прям волков всегда ждешь, да? Так, я же дверцу тут ходил. Снежка, а как домой? Туда ходят, к соседям, отвечаю. А Симба где? Пойдем, давай, вылази, давай. Прикол, волков отпустила, она прибежала. Через кущери, слышу, что-то шевелится. Снежка вон там. Это хорошо, что с ней. Снежку я не так прижал. Она уже как уличная, знает, что с ней делать. А вот Симба где? Смысл, у них лабиринт, тут их волки никогда не смог. У них дорожка такая. Вчера Аркашка здесь, я говорю, пойдем посмотри ригеля. Молодец. Нет. Ты везде лазишь, а потом я тусю, не глажу из-за щенков. Я говорю, Аркаша, иди сюда, посмотришь, там стою, и Аркаша идет. Я вот так вот прошел сюда и пошел. Аркаша вот так пошел, через эти железяки обходится. Я говорю, что ты делаешь? Иду к тебе, легких путей не... А я ему дорогу так, ну вот так иди, а здесь уже пошел. Нет, он вот так, кадр. Так, Снежка, ты умничка, поэтому, говорю, надо делать вольерчик, чтобы... Вот, на свежем воздухе, пусть сидят, кайфуют, раз, волки погуляли, их отпустил. И они
обживутся, как бы уже будут знать, что вот гуляем, здесь живем. И отпускать не надо будет так часто, они как на улице будут. Видите, они дома не хотят, лето, какая кошка деревенская захочет дома сидеть, да, Снежка? Поэтому говорю, так, Снежка, пойдем, там щенки, тут волки. Я так и знал, что сейчас волков отпущу, появятся коты. Целый день их не было. Пока щенки не видят. Снежка, Снежка, сюда, давай. Да давай быстрее. Вот она тупить любит. Нет, там волки, Снежка, пошла ты нахрен. Сейчас я... Идешь домой? Снежка? Короче, она дома не хочет жить. Все понятно. Она хочет на улице. Типа, как дворовая кошка. Типа, это мой дом, но не дома. Поэтому сейчас волков... Ну, не, так не пойдет. Надо вольер фарганить из сетки быстренько. И все, по-другому никак. Иначе их сожрут, просто я не могу... ловить тот момент, когда именно Снежка появится, еще и домой не заходит. Это не серьезно. Ребят, смотрите, что он сделал. Он себе ошейник сделал. Вот, смотрите, вот так и может задушиться. Посмотрите, посмотрите. Ага. Вот так может закрутиться и петлю себе сделать. Охренеть, смотрите, вторая пошла. А, брата? Чего? А Яврик, я тебе сейчас... Воткну, блин, козел. Я на камеру снимаю. Видали, как распушилось. Я тебе... Снежка, не бойся его, я тебя поломаю. Ну, ты не на громко был, не переживай. Все равно. Так, сейчас. Вот поэтому, говорю, тут надо клетку сделать. Прямо вот сюда ее можно поставить, клетку. Пусть вот они пришли, я их закрыл в эту клеточку, все, сидят спокойно. Потому что это, она домой не будет идти. Ну какая летом домой кошка? Это у деревни, елки-моталки. Я ее понимаю, поэтому надо делать, говорю, клетку. Давайте, наверное, на днях сделать. Так, надо распорядок мне, что надо в первую очередь сделать и начинать делать. Потому что время идет, я за все пытаюсь чуть-чуть схватиться там, тут, и поэтому... Так не пойдет. Что-то потом забыл. Ну почему у меня халч? А знаете, почему они у меня не дерутся? Ни одной драки серьезной ничего не было. Ну, во-первых, они начнут чуть попозже. Ну, а во-вторых, потому что я им делаю на мясорубке. Они не успевают там подраться за еду. Они быстрее кушают. А когда ты даешь кусками, все, начинается, это мой кусок, и все, вот за мясо они начинали долбиться. А эти прям мирно пока живут, и дай бог пусть живут мирно. Чтоб всем едали, агрессии особо нет. Халчонок пристает ко всем. А че он, блин, кабаневич же. Как она испугалась. Еще, кстати, мне кажется, она где-то кушает, потому что она как бы сутками дома не бывает. И особо прям сказать, что приходит кушать, нет. Так что, Снежка, в натуре ты одичала, блин. Тебя тут взяли, как Белоснежку, содержали, а ты... Ну, не как Белоснежку, а ты убегаешь дома. Снежка аж туда запрыгнула, а Яврик подошел. Я хочу поехать в магазин, блин, не знаю, что мне делать, блин. Волков закрыть, хотя на 5 минут магазин надо слить. Но она туда залезла, уже не достану. Ну пипец. Писец, задолбала. Снежка до сих пор там. Так и не зашла, я оттуда звал. Теперь волков сюда отпустил и вспомнил, что Бамби. Да блин, ну куда вы лезете? Прямо перед ногами, а? Пофигу. Пару раз вот, знаете, как я делаю? Потом иду вот так и начинаю их толкаться. Прям вот так. Блин, ну почти так, да?
И тогда они начинают думать, ну еще рановато, я так по мелочи когда нервничаю уже. Ну реально проходу не дают. Так, прям знаете как, бегут на опережение вот так вот, ты идешь, и они вот так врезаться, я притормаживаю, они в друг друга врезаются с двух сторон. Да? Да, ой, похляски мои, похляски мои, похляски. Пухляски, 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 пухляски мои, пухляски. Жалко вам, а вы тусите, да? Пи, тебе хочется сожрать. Он такой, 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 такой. Ты такой, такой. Ты такой, такой, ты такой, такой. Ты такой, такой. Да, да. Да, 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 да. Идите, пойдем, пойдем. Луна. Давай, давай, бегу, бегу, бегу. Луна, бегу. Луна, ай, палец пойдем. Вай, иди. Да ты посмотри. Еще, они знаете какие? Как будто вот пластилиновые. Их толкаешь, они не толкаются. Все. Теперь коты в безопасности. Все, завели волку. Я никак не пойму, он и на Халка похож, и на графа похож. А ты на кого? На Спайка похож. Все застревают там. Ребят, я кушаю рыбу. Спайк подошел, видит, что я жую, в рот взял, все, он замер, короче, он все. Тихо, тихо, нет, все, мало, нет, да. Пиздец. Вот сейчас получишь у меня уже. Взял меня из спага, сюда иди. Сидеть, сидеть. Кушать. Надо. Вы не видели его реакцию, как он резко изменился, что-то он не так понял. Кушай. На, спать. Все, все, идите гуляйте отсюда. Все, иди. Смотрите, куда зашли малы. Сюда идите. Да задолбали, ну что ж, хотите. Пер, твоя мечта сбылась, тебя все любят. Спать прячь. Куда, куда? Писец, Пер, у тебя там что? А она прикайфовала, ты посмотри. Спать не понял, что творится вообще. Пер, иди, иди. Пусть выйду. Киара, раньше времени еще потечет. Так, Спайк, Валер. Киара, Валер. Стоп. Спайк, Валер, прыгай, давай. Стоп. Куда ты пошел, блин? Да, еще. Все, все. Взрослым прям с ума сходил. Так, надо их отвлечь, сюда пройти. Да, иди, да, разум молодым. Вот так и делается это. Обман. Так, теперь очередь. Очередь вот этих. Не, мясо волки не сыграли, надо выкинуть уже. Осы, 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 я забыл. Блин, на голову мне приземлилось. Сволочь. Все, гуляйте, меня не трожь. Блин, у него такой бархатный окрас какой-то, офигеть. Очень необычно интересно. Очень интересно, реально интересно. А лапа-то какая. Вот ему Севич пришел. Вот, все, граф, по графски лежит, все, че,
Подойдешь сюда? Подошел. Муса уже забыл. Он уже хочет дружить. А граф зарычал на него. Смотрите, как он следит за ним. Бандит. Муса бедный отсюда не выходит. Выпрыгивает. Чего тебе там зашло? Дай гляну хоть. Вот эти купированные уши, все туда лезет. С братом выехали в город, видели такое? Зарина, это что такое? Давайте закажем крышку. Нахуй ты ебал эту крышку? Пока крыша... Испаряется бензин. Пакетом закрывают. Там нападение на графе, скинь граф, кайфу. Она ехала. Представьте, вот эти щеночки, особенно вот это станет как граф такой же, здоров. Тоже поливать будет кусты. Ой, пипец, сколько тут всякой херни, ласточки. Ну, смотрите, уже привык. Чуть дыбом, но он только стоял, они на него прыгали, он такая счастливая стоит. Типа я ваш папа. Да? О, Симба пришел, сейчас покажу. Молодец, Багирка, аккуратней, чушма. Вон Симба пришел, слава тебе, Господи. Да все, ну граф, ты-то не щенок. Схавайте графа. И никто не скажет, что Агоп что-то сделал, скажу, щенки сожрал. Ой, семейка, семья, да, ребят? Тихо. Ребята, это кайф. Какой Майнкрафт тоже. Слушай, это наглый. Вот это кайф. Слушай, так прикольно, если честно, да? Блин. Камеру смотри, не тот эффект, как обычно. Вживую это краски совсем другие. Ой, мячик свой защищает. Уходит. Вот так, уходить надо от конфликта. Вот этот его рык, конечно. Мне кажется, эта улица сделала его лай, рык. Он не такой, как должен быть у моих питов. Какой-то он глуховатый. Где-то истеричный. Сейчас я... Ра! Посмотри на него. Как дам канат защел. Сейчас тебе мяч заберу, все заберу. Она бега. А вы чё? Я вас защищаю, да? Ты чё? Офигел, укусил меня. Не туда куда. Граф, успокойся. Граф! Все. Щенков загоняю. Молодцы, молодцы. Тихо, тихо, тихо. А то граф сейчас за мяч. Так, Кимка, иди сюда. Ким, иди сюда. Иди сюда. Надо. Вот так. О, умничка. Молодец, что быстро реагирует. А то она тупит. Она смотрит. Зовешь. Так, так. Граф, успокойся. Кими, нет. Иди. Да. А где граф? Незаметно. Где? Тут одни щенки. Где граф? Поменялись местами. Так. Тихо. Взял, через всех прыгнул. Я там кайфовый, а вот этот тип. Граф до конца не поймет, что это щенки. Тут аккуратно, граф может напасть на кошку. Мой любимый, я же мои шлюки. Это дай сниму к твоему новому хозяину. Да, ты копия Киары, все. Так, стой. А, играются. Умнички. Блин.
Багирки на Укине выросли. Поэтому лащится так с багиркой. Скинь. Ладно, закрываем. Привыкает. А тут любовь, короче, щенка и кинь. Они тут играются. Это Багиркина. Молодец, граф. Уже лучше. Такая у нас. Закрывай, вот один остался щеночек. Она от Багиры не отходит, от Кины не отходит. Это Багиркина, мы ее называем. Все, ладно, закрывать надо, закрывать все. Муска синяя. Симбончик, где ты гулял? Иди домой, бегу, домой, домой. Стырила полотенце кинь. Ай, ты негодяйка такая. И что ты будешь там делать? Жила так красиво, как домохозяйка, и унесла. Вот. Граф у нас красотка. Граф у нас... Это звезда. Ладно, не да. О, нет, да, тебе это нужно. Потом пригодится. Нам такие вещи пригождаются. Кими, а нет, оставь. Так. Оставьте, это не надо. Бля, все, приставай до графа. Он твой. Графу пипец. Настанет сейчас. Нет. А, ну хотите, идите. Идите. У нас можно, блядь. Снежка не идет домой. Снежка, может, ты все-таки домой? Смотри. Смотри наверх. Да, смотри наверх, смотри. Смотрите, как мы сейчас. Вот, вот так. Кими. Да иди ты нафиг, будешь тебе еще. Короче, у тебя своя жизнь, понятно, у нас своя. Снежка теперь там живет. Жесть. Пипец, какой закат красивый, а? Офигеть. Пипец, она похудела, легкая стала. Правильно, бродячая жизнь. Домой беру. Сразу пошла кушать, она голодная. Дурында, дурында. Кайф. Эльдар! Привет! Кайфую, небо красивое. Сейчас иду. Да вот сметана залежалась. Смотрите, красный, черный и желтый вылезли. Точки. Интересно, да? Короче, хочу верх убрать и покушать. Офигенная сметана, все. Ну сейчас. Антиамышлянки. Он весь в этих
колючках, ну, кругленьких, прилипли к ним. Посмотрите на его лапки коротенькие. Тут на столько шерсти, но ну, бедный колобок. Можете в натуре постричь, а? Бедолажка ты. Тянуешь лодки. Писец, это надо. Овечью ферму поехать. Ребят, все питбули хорошо поели, потому что набегались сегодня. И очень все поели.